Огромное спасибо картинной галерее за то, что они приняли меня с этой выставкой. Спасибо всем. В экспозиции выставки художника Хали Комаровой более 50 работ. Остальное бесчетное множество разошлось на подарки друзьям, родственникам и на украшение интерьера родного предприятия. Поздравить с открытием пришла целая делегация Совета ветеранов. Я сравниваю так, да, чиновника, и это, да, это очень серьезная работа. Для того, чтобы писать, надо столько было пройти, столько надо было это все сделать, вы прекрасно знаете. Как художник, Халя Комарова прошла длинный путь. От ученика, а впоследствии преподавателя художественной школы, до свободного художника. Когда-то она начинала с натюрмортов и пейзажей, писала и портреты. Но пейзажи прочно закрепились в творчестве. По мнению художника, картины без натуры уже не живые. Конечно, каждый художник чем-то и кем-то вдохновляется. Это импрессионисты Франции. Потом я очень люблю творчество Врубеля с детства. Это наши русские художники Репин, это трудяга, это человек, который очень много работал, его работы все знают. Серов мне нравится своей живостью, такой легкостью мазка, светлостью своих работ. Как самый настоящий классик жанра, Халя Комарова пишет маслом. Вот эти картины посвящены родному краю. Раз уж речь о родном крае, то в картинах отражен почти весь Юго-Восток. Альметьевский, Сармановский, Ознакаевский, Мамадышский, Мензелинский районы. Поэтому и зритель вполне может увидеть знакомые пейзажи. Кроме того, мастер, следуя своему кредо, старается сделать полотна более живыми. Здесь все решают детали. На одной картине изображена стайка уточек, на другой, для большего контраста, змеящаяся речка, а где-то вдалеке нефтяная качалка. Такое ощущение, что ты вот сама в этой ситуации находишься. Вот это вот голубая весна, таяние следов, снег такой яркий, кажется, солнечная погода и вода такая лазурная. В общем-то, очень живо. И хочется, наверное, вздохнуть этим даже воздухом. Все, кто уже знаком с творчеством Хали Комаровой и кто только собирается с ним познакомиться, успеют насладиться ее живописью. Выставка продлится до 19 июля. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.